мой вид. Короче, представляете, пока я ночью спала, в общем, у меня вылезла простуда, видимо, вчера замерзла. Да, у нас тут Варя играет с подушкой, и, короче, у нее, знаете, вот этот рефлекс я показывала, такой вот она мучает подушку. Иди ко мне сюда. У нас тут гости с утра. Ой, это стресса Губи. Ну, Губи у меня простуда. Знакомьтесь, это мой племянник Андрюша. Помаши. Скажи всем привет. Всем привет. Молодец. Это сын моего брата. Двоюродного. В общем, они пришли в гости вместе с моей тетей, в общем, с его бабушкой, да? Угу. Как вы вчера там провели время дома? Нормально, все хорошо. Хорошо? Че, с бабушкой спал? Угу. Ты мой хороший. Так вырос уже. Я тебе еще помню, когда совсем маленький только родился. Мы пришли через недельку, как ты родился. Угу. Ты был такой маленький-маленький. Мы тут сидим, малинку кушаем, остались вдвоем. Наши бабушки, мамы ушли все в магазин, да? А мы тут сидим, в подушку играем. У Варьки забирает подушку, да, Варя? Подушку мою, скажу, забрал. И она вот так смотрит, что он не отдает ей. Ну ничего, ничего, давай-ка на сунчас. У нас тут малинка с дачи, мы тут кушаем малину. И разговариваем. Это дача моей, с дачи. Да. Давай, расскажи мне про своих друзей. Глеб, у меня есть Глеб, Серега и Маша. И Мирон. А, Мирон это твой брат. Да, и Глеб. И Глеб. Почему Глеб? Глеб, наверное. А вы с... Давай, где вы с ними играете, расскажи. Во дворе? Мы можем где угодно играть. У Серега с другим братом, я его и знаю, гуляю совсем одни. Они миллион от дома, и это далеко. Ага. Они совсем без мамы гуляют. Ничего себе. А их отпустили? Да. Ничего себе. Собачка и кошечка. И котик. Мяу-мяу-мяу. Ты что, два в одном? Пока мы тут играемся, наши там сидят, кушают. В общем, мы будем с тобой прощаться на сегодня, да? Я поеду по делам. Не, на приеду, вас уже, наверное, не будет. Здесь с бабой Ниной, да? Пока-пока. Пока-пока. А ты с бабой Ниной поедешь? Нет, одна. Почему одна? Ну, потому что у меня куча дела. Баба Нина, что? Баба Нина зачем будет со мной кататься? Пусть баба Нина сидит разговаривает. Ладно, все, давай, чмоки. Пока. Пока. Короче, буду вам жаловаться. Вообще иду такая расстроенная, просто до предела. В общем, приехала я в одну аптеку искать, мне нужно лекарство для того, чтобы десны свои лечить, в общем. А его здесь нету. Лекарство вообще древнее. Ну как древнее, в смысле, его 200 лет там назад, я не знаю, производят, и как бы... Нет такого, что, не знаю, производитель какой-то неизвестный или еще что-то. Россия, там, я не знаю, разные, наверное, производители у него есть. И, короче, и самого обычного линкомицина вообще нигде нету. Я объездила уже больше, чем, по-моему, полгорода. Опять приехала в аптеку Ихахим, там вообще ничего нет. Там даже шприцов по твоей 5 нету. В общем, нужно мне дальше ехать. Ну, сейчас вот в эту зайду, спрошу. Ну что, ребята, ура! Я купила наконец-то в Экохиме. У нас тут есть аптека. В общем, Экохим. И это вообще просто чудо, что там оказался линкомицин. В общем, это, знаете, такое старинное средство, как мне сказала врач. То есть она говорит, оно как бы давнишнее средство, но оно очень действенное, в отличие от тех, которые предлагают производители сейчас. Во-первых, они говорят, дорогие, как бы переплата вешенная за них идет, а суть, она говорит, не меняется, поэтому проще взять то же самое, но подешевле и как бы получить хороший эффект. В общем, все, сейчас я, наверное, заеду домой. У меня есть проблема, у меня не пишет сегодня камера. В общем, регистратор у нас вчера сдох, как выяснилось, когда надо было ехать. В общем, мы поставили GoPro, чтобы она записывала. И, в общем, без кольных рук у меня тут ничего не получается. Но дело в том, что у нас зарядка, короче, не работает вот здесь толком. Видимо, что-то случилось вот с этой вот штукой. И либо прямая зарядка не идет в камеру, я не знаю. Ну, в общем, сейчас хочу заехать домой, вот эту камеру отдать на зарядку маме. И еще я ее столько прикручивала, вы бы видели. Короче, мне без коли вообще так туго.
В общем, и потом поеду, надо еще купить краску, стыки. Коля мне заказал для линолеума. Маме надо краску вот такую вот в класс купить. Она мне дала образец, вот такой вот изумрудный цвет у них там. И, в общем, мне надо еще его заехать купить. А, все падает. Ладно, в общем, поехала я, ребятушки. Времени у меня вообще мало уже. Так что по делам. Все, поставила укол. Теперь вся челюсть онемела нижняя. Такое чувство, знаете, что тут такая вот штука. Вообще, у меня еще простуда сегодня вылезла. Короче, я сегодня вообще такая красавица. Ладно, поехала я за краской, за стыками. В общем, дальше едем. Все. Я нашла кое-как колер маме, искала же краску, ездила, объездила все магазины саянские, это вообще какой-то просто ужас. Я нашла только две баночки, надо было вообще пять, я нашла только две, и то знаете в каком магазине, вообще самом наверху, там где-то в дальнем, короче, я ездила прямо наверх. У нас там есть коттеджный такой поселок Южный, вот там есть магазин ЦОМ, и вот короче я в нем только нашла. А, нет, я в нем не нашла. Слушайте, я в Ларе не нашла. У нас магазин есть Ларин и компания. Это строительный такой основной магазин. В общем, давнишний. Вот я там нашла. Не знаю, как уже камеру держать, руки уже устали вообще. Сегодня с утра набегалась уже, вернее, с обеда. Все, мы сейчас подъехали к школе. Мама сейчас с тетей Ниной пошла все уносить туда, краски там всякие, в общем, колер вот этот вот, потом что-то еще они туда понесли для ремонта. Вот, сегодня придут родители, вроде как там придет чья-то мама, бабушка, папы, и вроде сегодня люди могут, и, правда, я не знаю, сколько будет народу, но согласилась одна мама возглавить все это дело, потому что нам нужно уезжать сегодня в деревню. В общем, мне нужно Коле привезти материалы. Ну, там вот этот вот я нашла, как он, стык. Стык я ему покупала, в общем. И вот эти стыки придется мне сегодня ему привезти, чтобы он это все добил. Линолеум же там недоделанный еще до конца. В общем, у меня Варя тут носится как ошпаренная по машине. Она тут что-то принюхала уже. Варвара, то ты маму ищешь? Не надо ко мне идти. Сиди, пожалуйста, вот здесь. Она уже всю машину тут оббегала. У нас там чуть Нинины вещи, мы, короче, втроем отправляемся в деревню назад. И, в общем, они хотят сходить за грибами. В общем, сегодня, скорее всего, по маслята хотят рядышком, так же, как мама ходила, вот так вблизи дома. А завтра хотят за груздями, еще зачем-то. В общем, хотят попросить, чтобы Коля их свозил на какое-то место, чтобы они там пособирали. В общем, вот такие вот у нас новости, такие вот дела, планы. Не знаю, в общем, постараемся, чтобы все получилось. В общем, и сейчас надо еще заправиться, заехать, потому что бензина у меня меньше половины. Туда ехать, и потом еще обратно. Там нужно еще будет кататься. Короче, я тут вообще одна дела делаю. Кстати, новости по поводу GoPro-шки. Я ее зарядила. В общем, все, у меня батарейка теперь относительно полная. Пока показывает, что все полненько. И, в общем, я надеюсь, что теперь вот с этим вот всем я доеду до деревни. А там опять поставим на зарядку и будем заряжать. Вот это вот ерунда, ничего не заряжает, не хочет. В общем, и я сегодня хотела купить новый, я даже нашла уже, но потом Коля позвонила и сказала, что, наверное, без тебя не буду, потому что я не хочу без него что-то втыкать в машину, мало ли что, и, в общем, я лучше с ним уже выберу, мы вместе купим. Да, Варвара? Ты маму ждешь? Сейчас они придут. Поехали мы. Этот Ибанен, выехали из Саянска, едем. Поехали в Маслиногорск. Вот сегодня такая солнечная погода. Вот такие у нас здесь сосны красивые растут. Все зелено, по-летнему солнечное тепло сегодня. Так, сегодня водитель лично у меня продолжает продолжает катать не только меня, Варю. Идите сюда, моя хорошая, пожалуйста. И главное, еще пам-пам-пам-пам, Нина Семеновна. Ура, ура, ура. Ага. Так, у нас еще один водитель появился. Вот такой вот водитель хочет за руль сильно хочет за руль сесть. Нин, если жарко, открывайте там окно. Не, ничего, нормально. Да, опять буханки хлебом хочет. Вот такой у нас выезд. Коля нас уже ждет, я позвонила. Говорит, сейчас будем кушать варить.
Короче, мы заехали в светофор. Что-то я не могу уже найти их, они куда-то убежали. Ну, блин. Мы тут зашли в магазин. Тетя Нина хочет купить подарок Колиной маме в честь знакомства. В общем, и да, пойдем сейчас в продукты. Готово. Вот мне нужен вот этот отдел, а он закрыт. Там Коля просил такую штучку на дрель купить. А он закрыт. Стучать по нему надо. Ладно, пойдем мы что-нибудь смотреть. А вот чайник не будем смотреть? Будем чайник смотреть надо. Какой? Стоят на кассе, набрали подарков, вкусняшек. И стоят довольные. И все деньги достают. Все хотят расплатиться. Красота. А эти деньги в Сбербанках? Мир. Мир это ерунда. Сбербанк вечный. Все понятно. Начинала путь педагогический, деревня Самара. Ой, даже приятно вспомнить. Никогда бы сюда не попала, если бы не Алина. С Наташей. Но Алина везет, потому что вот деревня есть деревня. Красивая деревня, одна улица, асфальтированная. А где здесь школа? Там дальше? Там дальше, ага. Как меня не хотели отсюда отпускать. Как меня не хотели с Харайгуну даже отпускать. Вся деревня Харайгун писали это коллективное письмо, чтобы меня не увольняли. А-а-а. Это хорошо, Фрицлер Алена заканчивала, местная харайгунская девчонка, педучилище. Но мы с Татьяной Бабаевой. Таня, она же там сторожем работала. Вот мы и приехали. Надо пообниматься хоть. Большой такой высокий стал. Высокий, работает днем и ночью. Что так, у тебя футболка-то твоя какая грязная. Дай машину. Да. Ладно, будем мы разгружаться. Вот эта киса беременная. Сидит, ага. Варя, это невеста. Бегает тут все. Сватается. Ну-ка домой быстро. А это что за киса, Коль? А это рыжий. Это откуда он взялся? Он тоже с того же места, откуда пришел. Откуда это кися? Они поняли, что здесь кормят? Он сегодня, гад, птичку поймал, я не успел у него забрать. Ёшка-матрёшка. Он сажал птичку. Понятно. Да, вот и Коля, кто соскучился по нему. А то без него два дня уже снимаю влоги. О, грязнушка, ты тут делом занимался. Да. Соскучилась по тебе. Соскучилась. Ты со мной играешь? У нас тут отправились за грибами. Давайте. Желтенькие. Варя, ты оставайся дома. Варя. Че, Варюшка, не взяли тебя? Варюня. Девочка моя. Бегает, ищет. Где они? Почему они меня не взяли? А мы решили дома остаться. Коля будет сейчас доделывать. Да, а я буду сейчас, наверное, монтировать видео, которое я тоже не доделала. Я, кстати, чай еще хочу попить. Да? Да, пойду пить чай. Я тут у Дубима кормить. Навела ему с молочком всякого. Давай. Давай, кушай. Приятного. Блин, как ты встал-то. Приятного аппетита. Давай я тебе подам. Вот сюда давай. Какую-то грязь словила. Приятного аппетита тебе, дорогой. Молочное что-то там у нас. Молочко, картошечка, хлебушек кушает. Кись, ты что тоже хочешь? Кисюнь, ну прости. Тебя вроде Коля сегодня столько кормил. Сегодня вообще, блин, толстая. Вот, спи, я уже вам пожертвовал. Ну, правильно, а что у нас стоит? Пусть, конечно, там. Подождем, правда, будет после. А, слушай, ну вот сюда надо будет под крыльцо ее ставить. Или к Бимке, ну а пусть вместе живут. Ладно, мы пошли проведать наших грибников. Где они там у нас ходят, бродят. Слушай, у нас, наверное, сейчас комары с тобой сожрут. У нас-то, да, точно. Да. Мы идем, короче, в ожидании комаров. Что их ждать, они уже пришли. Да, они уже начинают за нами летать. Одели капюшоны. Варя за нами бежит где-то. Или где... А, вот. Мы идем искать наших желтеньких. Мы идем искать грибы. Нет, я иду желтеньких искать, а грибы я не вижу. Ну грибы же желтенькие. Прямо здесь?
кому на ней? Как раз. Сейчас как раз к ним придем. Вон там где-то Коля их увидел. Если честно, не вижу. Ну, вон там. Да? Прямо. Ну ладно. Пойдем. Не стреляйте. Не стреляйте. Мы сдаемся. Попались. Чукча едет, Чукча лес поет. Лес кончался, так орет. Монаха, стойте. Стоим, стоим. Сейчас сдаемся. Лесом валим, лес поем. Шишком бьем, бутылку сдаем. По грибы. Руки кверху. Так, что у вас есть? Огненная вода есть? Не, нет. Взятки берете? Однако плен. Тогда берем огненную воду, берем. Быстро. Дальше. А собак берете? Нет, собак не берем. Это мелких не берем. Дальше идите. Пошли, Варя. Сейчас будем стрелять. Плен пытаются взять. Уже взяли. Не. А так-то Чукча плена взял. Грибочек нашли. В плену идем. Варя. Как война, мы шмык тайга. Варя, ты что не подчиняешься? Бурундук сельпо сдаем. Мануха. Варя, нет, вставай. Руки за спину, идем. Ты в плену. Ты в плену. На расстрел. Тут же тоже кто-то сидит. Где? Тут. Вот тут? Неподалеку. Он летает, шишки. Это нас обстреливают уже. Черт, попали. Огонь, плюй! Огонь, плюй! Чукча, Чукча, однако, стреляет. Много насобирали? Впереди должны идти. Поднятыми руками. Ага. Ого, сколько грибочков. Ого, сколько пакетов. Так, где? Ты куда побежала-то? Красавица. Гранатами. Закидали вас гранатами. А ты что убежала в другую сторону? У меня реакция защиты. Сейчас не привяжем. Давай. Бежит, бежит. Все, короче, вырвались мы из плена. Покусанные комарами идем назад. Там коровка пришла уже, мочит. Муу, говорит. Пустите меня, накормите меня. О, слышите ее? Вон там черное пятнышко стоит около дома. Ага. Идем, идем. Не ори. Грибниц покажи, пожалуйста. А, грибниц идут. Ползут. Ползут. Хотели Варьку отдать в залог. Не взяли. Печально. Очень печально. Пойдем посюда, на перерез. Тут корова пришла, молока принесла, аж коты выбежали все. Чуют, что скоро будет тепленькое молочко, да? Кися, чувствуешь, что будет молочко тепленькое? Рыжий, иди сюда. Рыжий боится всех. Привет, Дося. Как дела твои коровьи? Варя, фас его. Доча ее зовут. Но. Доча, 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 доча. Как дела твои, дочь? Комары, ой, скажи, мама, грызут. Она поезда ждет или что? Он боится, он бояч. Но она ждет сейчас маму вниз, наверное. Или я пойду понесу. Это от нее еще сколько комариков, да? Ну кричи, кричи. Кричи что-нибудь своим ротиком. Ладно, кормить будем. Ты же я ей не дамся.
Меня долго брать будете. Мы опять пошли. На этот раз. Ага, на работу. Пришли тут на водокачку. Колина мама здесь работает. Ну, как она ходит, включает воду, чтобы она качалась. И потом приходит и выключает. Варюш, стой, пожалуйста, никуда не прыгай. Это вот важно у нас. Ага. Не знаю, сколько метров, но много. Сколько? Примерно сколько? Ну, я не знаю. Не знаешь? Все, отключили. Угу. Все, брали водички для деревни. Сейчас пойдем назад. До вторую половину деревни отключим. Тут что, есть на разные части, что ли? Ну, если летний полив, вот труба идет. Ага. Оно идет на центральную улицу. Ага. А это все остальное чисто наша микрошка. Ясно. Ну вот микрошка, микрорайон, то есть, это вот как раз вот этот вот микрорайончик. А там есть, ну там еще дальше улица, вот так и вот так, и там дома стоят вокруг. Буквой О. Да, вот если точнее, то вот так и туда. А вообще деревня, вот, немножечко микрорайон в стороне, а вот центральная улица, где фонари. Угу. Ну, она не запитана ни водой, ни канализацией. Ну, потому что там частные дома стоят, да. Отдельные. Тут чистая микрошка. Варвара. Ты что там нашла? Я женихов, говорит, призываю. Пойдем. Раньше не тут. Че раньше? Малышней пили воду. Там берешь так. Мы в деревне тоже, у нас где дача. Мы тоже так пили, подходили. Хотя вода техническая, говорят. Не, у нас техническая. Да? А у нас объявление прям там. Вода техническая, помнишь? Написано. У нас тут хорошая вода. Пойдем, Вариш. Самая лучшая вода. Ну, конечно. Конечно, в мире. Ты что, не хочешь идти? Такая встала. А что это вы куда? Встала, стоит. Мы что, не пришли, да? Да. Выступи. Ладно, пойдем мы домой. Да, очень холодно прям. Красивые. Мы сидим. Второй присед. Запрещеночка. Запрещеночка на заднем фоне. Ага. Привет всем. И особенно кому-то. Какая запрещеночка? Кто там что-то прикинул? Мы никого не боимся. Какая запрещеночка? Мы никого не боимся, вот выживаем. Смотри. Троекуру выпиваем. Троекуру. Троекуру капец приходит. Всю жизнь проедет. Все сидят, рыбку кушают. Все, любой кошмар. Чебурашку. Чебурашку, да? Да. У нас клич у меня был. Да. Почему был день? Так, а ты что делаешь? Я фигнюсь там, да. Со старым фотоаппаратом. Ты такой у меня деревенщина, вообще сидишь. С нашим новым будем скоро будем снимать тут новый. Че? О, Господи, ты же этого не допустишь. А что делать? Я потом ставлю видеозапись с этого. Нет. Не надо. Это просто отличное качество. Нет, спасибо, не надо. Прям как зрачок показывает. Они всегда дружелюбные. Слушай, нет, я не допущу, ребят, не бойтесь этого видео, с того фотоаппарата не будет. Иначе вы просто глаз сломаете. Я добавлю, чтобы было сомнение. Нет, пожалуйста. Так, две параллели пройдем справа, слева. Как ты скинешь? Сейчас, что ли, на компьютер? Нет, мы его забираем, допустим. Ну как, он же здесь живет. Да, он не нужен. Ты что, меня снимаешь? Он здесь не нужен, да. О, Господи. Так, тут фотоаппарат. Тоже есть. Здесь же? Нет. Это я. А Варя спит у нас. Вот мы с ней. Моя. Да, да, да. Ну, а чего мы смотрим? Уточки рвет миленький душу. Жить нас
всю жизнь молодым, что не хотелось покоя, вот бы прожить не всю жизнь молодым, что не хотелось покоя. Кошка припадает, лист окошку припадает, золотой, золотой, осень землю осыпает, осень землю осыпает, красотой, красотой, листья желтые на горе. Нам поздно ложиться, и от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Что вам снится? Один же Кристоф проявил. Как вы поняли от оператора Алины, да, там уже песни идут вовсю. Короче, что называется, следующий этап после застолья, это что, Коля? Песни. Песни, да. Пока Коля тут перебирает нашу панель приборов, а я монтирую для вас влог. Климата, да. А, и, кстати, Коля мне дал, смотрите, какую красивую футболочку деревенскую, вот с таким пятнышком. В общем, кстати, потом расскажу тебе, кто посадил. Хорошо. Тем временем наши мамы, в общем, поют там песенки. А знаете, что делает Варя? Сейчас вам покажу Варю. Песик, сми! Бедный зайчик, мы спи, моя. Что это произошло? Обалдеть! Экшен, ребята, экшен! Ремонт уже не нужен? Там они на ходу ремонтируют, понятно? Уже следующая песня, ребята. Белая песню ему целовал, миловал, целовал, миловал. Ну, короче, вы все поняли, да, что у нас тут происходит? Движуха. Приходите в гости. У нас там концерт продолжается. Как вы поняли, тетя Нина играет на баяне. В общем, ну Коля говорит, что баян там расстроен. Ну, в печальном состоянии. Хана уже. Я его еще в детстве своем дергал, он там погибал, наверное. Там сейчас кнопки западают. Варя, тебе тут ложе расстелили. Лежа. Нет, я хочу, чтобы вот это было снизу. Да, вот так хочу. Много ты себе позволять хочешь. Зайчик маленький. Пёсик, вы чего меня закрыли? Вы чего? Я с вами хочу. Как вам мой колхозный? Ой, снимай уже, переодевайся, пожалуйста. Это зимний ретузианба. Все, молчи, не рассказывай, что это. Просто молча, иди в душ и переодевайся. Самое главное и достопримечательность. Нет. Не смотрите, пожалуйста, не слушайте. Вот такая. Не смотрите. Коля,
Все, иди в душ, сказала. Не позорь меня. Я как хожу это. Так, все, ребята. Пока. Короче, ребят, как вы понимаете, Коля тут смотрит видосики какие-то. Варя тут пытается все поспать. А все, никто не дает спокойно уснуть Василюне. Что вы думаете? Они опять поют под баян. За ними, за лицами светится забор. Уже знаете, уже даже двери закрыли, чтобы соседи вот отсюда. Ну, здесь как блочный дом, и получается там через стенку у нас соседи живут. Чтобы эти соседи не пришли, не начали жаловаться, они уже прикрыли дверку, чтобы типа ничего не слышно. Да, Коля? Угу. Ой. Ой. Слышишь? Там накал страстей. Что ж грустнула ты? Да. Весело у нас концерт. Вообще время второй час, у нас час концерт. Час 06. Да. Что у меня за рожки? Рожки-матрешки, я все вам монтирую. Большой видосик. Че, еще не закончила? Нет. Че не закончилась? Я уже устала опять раз. Я монтирую, ты ж. Пойду. По городу запах сирени. Дачи, может, ты была красива. Я твои целовал колени. И судьбе говорил спасибо. Одинокая ветка сирени, сколько лет пронеслось, но все же вспоминаю я день весенний, тот, который мне всей дороже. Счастье случалось, дарим наш кровь. Счастье.